Чтобы в полной мере прочувствовать истинный масштаб фестиваля Urban Morphogenesis, нужно подняться на подвесной фасадной платформе десятка на полтора этажей, взять в руки баллончик с аэрозольной краской и ощутить себя настоящим уличным художником. Именно это сделал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он подключился к работе команды Дмитрия Левочкина, которая трудится над изображением золотой обезьяны, одного из центральных полотен будущего музея стрит-арта под открытым небом. Золотые обезьяны, они во многих культурах считаются символом богатства. Вот. Европейцы же все-таки считают, что это заблуждение, что никакого как бы богатства в них нет. Я как бы провел такую аллегорию, параллельно с человеком, и показал в этих работах, что человек, потому что человек у нас пошел от обезьяны, засунул синие шары как материальную составляющую ценность, что человек в сегодняшних современных реалиях большая часть думает о материальных ценностях, чем о духовных. Мурал арт – это одновременно и искусство, и тяжелое ремесло. Самые крупные граффити в Новой Трехгорке имеют высоту более 60 метров. Масштаб изображений таков, что художнику приходится постоянно перевоплощаться из творца в обычного маляра и обратно. Дождь, солнце, пронизывающий ветер на высоте – жизнь уличного художника непроста, но результат стоит потраченных усилий. Мне кажется, что все прошло успешно, художники довольны, улетают обратно к себе в страны, кто-то летит на другие фестивали и рассказывает другим по поводу того, что было здесь в Москве. И, конечно, вот это испытание с созданием произведений более там 57 метров, а некоторые 64 делали метра в высоту, это еще то испытание. Уже сегодня можно сказать, что Urban Morphogenesis на весь мир прославил и Одинцовский округ, и Московскую область. 31 августа уникальный музей стрит-арта в Новой Трехгорке будет официально открыт. Эта захватывающая мега-экспозиция, безусловно, просто обречена на успех. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».